Сегодня утро, и это утро очень хорошо началось, потому что я принял участие в награждении команд, увидел эти горящие глаза молодых парней, которые очень любят футбол и стремятся побеждать на поле, и это очень хорошо и для жизни, и для в целом для человека, для малыша. Отдельно хотелось бы поблагодарить Олега Александровича Герасимова, который взял на себя такую большую ответственность организовать это все. И я думаю, что без него тяжело было бы представить этот турнир, потому что он сам все это сделал, он очень много сделал. И хотелось бы поблагодарить отдельно тех людей, которые прилагали усилия, чтобы организовать это мероприятие. Всем спасибо. Остались ли силы после того, как ты раздавал бесчисленное количество автографов? Наверное, сил все-таки больше тратишь на футбольном поле, а здесь автографы – это приятно, радовать людей.